Здравствуйте, дорогие слушатели! Нажмите на колокольчик. Оставь комментарий. Казахских родов алимулы, одно из племен, составляющих казахский народ, согласно Шежире, генеалогическому древу, входят в состав младшего жузо. Тамга выглядит сдвоенной тамгой альшинов. Имеет 6 ветвей, поэтому в народе именуется и Алта-Аталем. Диуани Лугат от тюрк упоминается племя Шекты, проживавшие на реке Чу. Известно и то, что относящиеся к алимулы Шамикей, Каракесик, Кети входили в западно-тюркский каганат. В течение 2 веков, 550-740, на берегах Эр-Чу они составляли ядро западно-тюркского государства, и в 742-744 годах уйгурами и карлуками были разрезаны на 2 части. Большая часть бежала на запад, меньшая через горы ушла в Кашгарию. Казахская группа все время жила в низовьях Эр-Сырдарьи или к востоку от Аральского моря. Все эти сведения указывают на древнюю историю племени. Алимулы перекочевали от берегов Иргизы до Каратау, обитали в низовьях реки Сырдария, Куандария, Жанадария, Каракумдык, в окрестностях озер Кулакши, Барби, Каракты. Некоторые роды, входившие в алимулы, откочевывали на север Каспийского моря, достигая рек Джем, Тимир, Сагис, Уил, Хабда, Жаик, зимовали в окрестностях Аральского моря, у подножия гор Мугаджары, в низовьях Сырдарьи. Представители некоторых родов занимались земледелием, возводили постоянные жилища. Часть родов, входивших в племя, издревле жила по соседству с народами, населявшими хорезмскую низменность. Большинство из них проживали в городах Канырат, Тактакапир, Каракал, Пакстана, вели оседлый образ жизни, занимались земледелием, а те, кто населял правый берег Аральского моря, рыболовством. Лишь обитавшие на западе кызылкумов занимались кочевым животноводством. У группы родов алимулы или жаманак-каракесик, как еще называют это объединение старинный уран, боевой клич, даит, один из подродов рода алимулы, шекты, или чеклы. На юго-запад от Кашгара, в восточной части Алайских гор, в настоящее время проживают киргизские роды каракесик и таит, с давних пор живут рядом и по преданиям родственны современным алимулинцам. Также родам алимулы родственные отношения имеют союз племен баюлы. Вместе с родами алимулы, баюлы объединяются под субэтнонимом альшин, который также стал олицетворять весь младший жуз. Также, род кети, являющийся одним из родов объединения алимулы, встречается и среди астраханских ногайцев и туркмен. Дорогие слушатели, нажмите на колокольчик. Оставь комментарий.